А знаете ли вы, что хомяки появляются на свет с зубами? Зубы продолжают расти всю их жизнь, поэтому они должны постоянно их стачивать. Некоторые породы карликовых хомяков способны отсрочить появление на свет потомства. Также обыкновенный хомяк может запасать до 90 кг корма. А вот жителям Вьетнама законодательно запрещено держать дома хомяков, потому что они являются переносчиками многих опасных заболеваний.